Доброе утро. Всем привет. Снимала тут чуть-чуть с открытой камерой, ну, конечно, все увидели. Опять же пришлось мне стереть, потому что будут авторские права. Кто смотрит мультики с утра? Вот зевает. Всем бабе спать не дал? Кто бабушке спать не дал? А? Остальные все спят еще. Сейчас уже тоже всех будить будем. Ну, обычно я просыпаюсь нормально в 7. О, еще одна проснулась. Не, моя сладкая девочка, ты проснулась. С мамой спала, чуть не сказала, с бабушкой. Угу. Кто это проснулся? Кто? Нянечка твоя? Няня? Скажи, няня. Смотри так на том. Что случилось? Давай лекарство дам с утра. Давай. Все, Вася уже готов. Душ принял, оделся. Всем привет. Ага, Леночка. Документы взяла? Ну, папа же едет тоже, у него документы. Я что-то только себе машину, сумочку достану, что ли? Угу. Так, все, все собираются. Антон, ты сумку переложил свою? Да. Ага. Сегодня контроль уложил, точно. Сегодня, да, сегодня Антошка уезжает. Да, может, таскай свою сумочку. А? Там такие сумочки разношутся. Там же твои вещи. Но мы не сильно прощаемся, потому что Антошка еще вернется. О, Василий Владимирович, какой красивый тоже. Ладно, Антош, давай. Все хорошо. Настя сейчас придет. Ага. В общем, Антон съездит, получит форму и вернется обратно. Мы очень на это надеемся. Я заберу сейчас их. Давай. Ага. Ну все, с Богом. Папуль, деньги я тебе дала. Если что, звони. Закрывай, закрывай. Пока, пока. Чё ты? Ой, пришли мои помощницы. Мам, я себе только вот эти... Взяла себе вот эти... Вафельки взяла себе. И все, я больше ничего не брала. Иди прическу сделай. Купили хлеб. Такой хлеб. Себе хлебцы купила. Это Тонка купила себе. Это как Барни. Да. Это Матвейки. Это я взяла Матвейки. Это Женька. Помидоры. Вообще нельзя с ними ходить. Вообще нельзя. Я думала, прям все по списку. Такие печенье купили дети. Колбасу. Творожный сыр. Я купила... Себе печеньки купили. Яблоки. И один апельсин. А ополаскиватель где? Жейка унесла. А, я думала, забыли мне. Нет, мы первым делом его купили. Хорошо, ой. Я не могла ящик закрыть. Какой ящик? Куда ложить? В магните, где ящики для складывать вещи. А короче, вот эта ложечку, которая у нас в наборе была. Хорошо. Очень удобная. А которую я отдельно купила, и кормить его невозможно. Она какая-то все валится с нее. Ее надо выкинуть. А вот это удобная. Ну, мама, тебе такое нужно? Да. Он такой
Матвей проснулся, съел творожок. Прошел час, и я кормлю его кашей. Что ты хочешь? Печенье. Сам кушать? Нет, не печенье, он хочет. Да, тебе. Тебе налила, а тебя нет, ты в магазин ушла. Хорошо. Он сказал, что когда выздоровеешь, я сейчас сначала куплю игру, а потом буду вкусняшки покупать. Мама, давай я покормлю. Ну, покорми, покорми. Я чай попью. Чая нету в пакетах. Запарила я вот такой. А то Саша мучается без чая. И Санек тоже пьет. Чай попью. Ай, горячий. С хлебушком ешь, Тома? Со старым только, вчерашним. Летит самолетик прямо Матвею. Сейчас включу. Я хочу пиво. Что-то просит, дай, говорит. Мультики? Ну ладно, включайте. По поводу комментариев меня спрашивают, где же я читаю их. Многие ищут видео, где открыты комментарии, там пишут. Также пишут в ВК, в Одноклассниках. А пишут в последнее время, конечно, одно и то же. Пусть Антон не идет, пусть Антон не идет. Вы понимаете, что уже ничего нельзя сделать после того, как он отправил документы. Отправил документы, уже все, хода назад нет. И вот это вот не пускайте его, уже ничего не сделаешь, понимаете? Как только он отправил документы и звонил в военкомат, что билетов не было, ему сказали, 1 числа не прибудешь в часть, будем считать тебя дезертиром. И вот ему нужно до 1 числа, ну как бы было у него отсрочка из-за того, что паспорт менял. А потом уже твоя вина. Есть билеты, нет билетов. Как ты будешь добираться? Никого это не волнует. 1 числа не приедешь, будем тебя считать дезертиром. Вот. И получается так, что Настя позвонила, но она там объяснит, что Антон так пошел узнавать, и были билеты на поезд. На поезд бесплатно ему. Вот, а на автобусе он собирался ехать там за свои деньги. Не знаю, может быть, сдали, я не спрашивала. Но я говорю, вот это вот бесконечное писание, что пусть передумает, пусть не едет, уже ничего не сделаешь, уже назад не отменишь. Тем более он подписал все уже. Не знаете же, какого числа он там подписал. Но с 19 июня он считается уже, наверное, с 19. И так ему идут навстречу, ну, как бы откладывают. Но последний срок ему 1 июня там прибыть. Сегодня суббота, он, значит, приедет... воскресенье или когда ли там. В общем, Дима позвонил, его там встретят. Поэтому насчет этого немножко проще. То, что Дима позвонил, и, ну, в общем, все там хорошо будет. Дима там договорился, все. Все его встретят. Получается... Ну ладно, там Настя сама все снимать будет. У нас дома
все хорошо, Матвейка поспал. Я там стирку заканчиваю, уже стираю коврики с ванной комнаты. Ребятишки дома, никто никуда не пошел. Томми спрашивает еще Тома. Тому утром еще была у нее еще рвота. Даю я ей уголь активированный, больше ничего. Не знаю, чем она отравилась. И мне-то один день только было плохо. Я тоже уголь активированный пила. Но мне-то как-то сразу полегче стало. А Тому вот сегодня еще. И пою ее углем активированным. Сейчас смотрю, уже и поела нормально, и играет. И уже, конечно, мама, когда мне можно сладкое, я говорю, завтра. Никаких тебе сладкого. Суп сварила специально такой легенький. Правда, у меня, знаете, последняя картошка, ни курицы, ничего нет с косточки. Свинина сварила. Вот сегодня приедет, завтра надо будет ехать в магазин. Мяса нет вообще никакого, только косточки. Правда, косточек на борщ там много. Поэтому суп сварила, то он поела, вроде как полегче ей. Я вообще, честно, не знаю, почему у нее вот так вот долго. Вчера весь день, сегодня с утра, но, слава богу, смотрю, полегче. А сейчас уже будем ждать, когда наши приедут. Вот так. Сами мясо там. А девчонки, сейчас Женя кухню популяризует, пойдут в магазин, завтра ехать им. Воду надо купить, да, это что-нибудь перекусить. Одежду уже приготовили, сами большие. Хорошо, думаю, да, как народу мало, так спокойно. Да. Вообще не знаешь, что делать. Я нахожу занятия себе. А папа попросил виноград полить. Сейчас новости читали. Читала. В Анапе была тревога. Все с пляжа уходили. Ну, не бежали, уходили. Ну, не знаю, не знаю. Ну, воздушная тревога. Как в Севастополе. Сам играет, сам по себе. Крутой пацан, сам. А, сходили мы с Женькой с Томкой в магазин, короче, и не купили, короче, ну, вот с Томкой, вот. Для чего и куда? Короче, мы завтра поедем... Краснодар, да, с классом, там будет из класса 3-4 человека, короче, вот, и дальше 30 школы, короче, вот. И то, что мы купили, сейчас покажу. Это Томас и Фика, ну, ей понравилось, не знаю, как она купила. Кукурузные палочки, две штучки вот таких вот, какие-то глаза, да? Она уже съела. Да, вот. И булочку себе. Я взяла фреш-бар, воду простую, такие вот рыбки, две булочки. Самое умное – это пицца. Нравится очень. Сейчас я покажу все. Взяла липтон свой любимый малиновый, воду простую, такие вот конфетки, мармеладки кислые, булочка с маком и вот такие с лесными ягодами, чипсы вот такие лосось в сливочном соусе. Тут по мелочи такие штучки, и вот эти, я просто обожаю такие фруктовые кусочки. Да, я еще себе нарежу огурчиков, короче, вот. В контейнеры положу вот такие вот покупочки чекс. Вроде дома народу немного, но посуда копится очень-очень быстро. Я вроде недавно только все убрала, посудомойку поставила, прихожу, опять уже куча. Так, наши приедут очень поздно, время у нас 8, я не могу спать, хочу, не могу прям, не знаю, сейчас пойду, наверное, немножко на улицу похожу, я прям засыпаю, дождаться уже немножко Матвея ложить и вместе с ним лягу. Я так поняла, что поезд отходит в 8:20, и пока они до дома доедут, это будет 10:11.
Укладывать мне Матвейку придется. И я, наверное, сразу в ряд с ним лягу. Поэтому я хочу сейчас с вами попрощаться. Я, наверное, вот смонтирую. Уж на сколько минут вышло, столько вышло. Настя там обещала снимать. Ну, сколько она снимала, выйдет вторым видео. Я не смогу дождаться. Я ужасно хочу спать. Какая-то такая слабость и сонливость ужасная. Так, не забыть завтра встать в 7 часов. В 8 у вас уже автобус. Ну, будильник на всякий случай поставим. Два. Я не могу у себя ставить, хотя все равно, конечно, поставлю, что не разбудить ни Матвейку, ни Софийку. Вот. Ну, он вообще-то и сам просыпается всем, но гарантии тоже нету. Вдруг он не проснется всем. Ну, это такого не бывает, конечно. Ну, бывает, до 8 поспит, а то опоздаю. Так, что там девчонки купили, я не знаю, они сами тут снимали. Вот. Все, дорогие мои. Пойду видео монтировать. Всем пока. Всем пока-пока.